снимаете у нас модем, что ли? Ну, решетку вашу снимаем. А? Решетку снимаем. Да. А, решетку. Проверьте. Потому что наш модем очень хороший. Да, отличный модем. Проверьте. Любопытно. Сейчас я вам все покажу. Ну что? Вы можете посмотреть, если интересно, кто. Проверьте. Фантазия я хорошая. Можно чуть поделать. Тебе, да. Спасибо. Аккуратно. Да, аккуратно. Все. Да. Я пока не понял, будет. Что, подбрасывай? Сейчас. Дайте произошло. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила, помогу друзьям немножко, занавески зайцам шила, мишки просто не в берлогу, белки рыженькой подружки и знакомой тети пчелки шила мягкие подушки и платочки два из шелка. Как-то волк в лесу случайно зацепил карман сучком, и угрюмый и печальный заглянул к ежихе в дом. И без лишних разговоров помогла ежиха горю. И теперь с карманом новым волк гуляет снова в поле. Отлично! Так, это что, сопровождаться поэмой? Да. Вам понравилось? Ну, забавно. Поподбасывай еще, а? Вам понравилось? Покатит. Ну, ты половину. Уроки? Да, могу научить, если захотите. Ага. Ну, в принципе, здесь нет. Ну что, вы, парни, все видели. Петербуржцы рекомендуют учиться жонглировать булыжниками. Лайк. Like.